ремонта не было 30 лет. Представьте, что за 30 лет, естественно, поддерживала администрация школы там всякими, ну, косметическими ремонтами, приближенно. Но выполнить правильно ремонт, качественно, чтобы детям было действительно удобно, и чтобы эти все площади работали эффективно, возможности не было. В спортзале второй школы вновь появится душевая и санузел. Их фактически делают с нуля. Ремонтируют тренерскую. На потолке еще видны подтеки. В прошлом году кровлю отремонтировали, теперь можно красить потолок и стены. Само собой обновят покрытие на полу. Работы оплачивает городской бюджет. Только на спортивный зал выделили 1 миллион рублей. Главная задача, которую поставило перед собой руководство школы, использовать деньги максимально рационально, оставляя то, что еще может послужить. За что мы, конечно, очень благодарны, так как развитие спорта – это основное направление, это будущее наших детей, это их здоровье. И спортивный зал – это фактически основа любого, ну, будем говорить, нормального образования для наших детей. Поэтому я думаю, что за счет этих выделенных денежных средств здоровье поправится, наши дети начнут добросовестнее учиться, родители их будут более благоприятно относиться, и все будут счастливы. 1 000 000 рублей работает очень эффективно. В коллективе отмечают, что таких масштабных работ в школе не было уже с десяток лет. Большой ремонт назрел в прямом смысле слова. Зданию 60 лет, фундаменту и вовсе больше века. Пришло время обновить фасад. Покрытие пола дает представление о нагрузке на инфраструктуру. Здесь его заменят. Местами в коридорах штукатурка отваливается вместе с краской. Решено все удалить и нанести новое покрытие. Примерно так будет после ремонта. Сегодня похожую картину можно наблюдать во всех образовательных учреждениях города-курорта. Также на деньги из городского бюджета в этом году отремонтируют спортзал в школе номер 21 станица Анапская. Сейчас идет подготовка документации. Там же обновят ограждение. В школе хутора Чекон заменят электропроводку в классах. Список далеко не полный. Отдельной строкой – улучшение доступной среды. В рамках реализации этих мероприятий выделены достаточно серьезные средства из муниципальной программы. Глава выделил нам, пошел на это, оказался действие, больше 11 миллионов на эти мероприятия выделены. И ряд школ, это 10, 11, 24, 18, 20, 14, 12, гимназия «Аврора» сейчас проводят эти работы. На сегодня работы, которые необходимо провести к началу учебного года, выполнены на 60%. В некоторых школах комиссии по приемке будут работать уже в начале августа. Сроки зависят в том числе от графика работы летних лагерей. В целом работы идут по графику.